Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тема моего доклада – это фактически интенсивная терапия пациентов с тяжелыми проявлениями осложнений после пройденного противоопухолевого лечения в контексте обсуждения, что такое синдром анорексии и кахексии и в сочетании вот с синдромными такими осложнениями, как диспепсия и дисфагия. Кахексия, анорексия онкобольных – это, по сути своей, мультифакторный синдром, значит, с нарастающей потерей массы именно скелетной мускулатуры в сочетании как с потерей, так и без потери жировой ткани в результате снижения потребления пищи, дисбаланса метаболических процессов в организме. То есть, по сути своей, это своеобразный метаболический синдром, который имеет свои специфические проявления и патогенез, определяющий тактику лечения. Есть три основные, с практической точки зрения, стадии для определения тактики лечения. Состояние прекахексии. В оценке прекахексии и кахексии в целом имеют значение оценка динамики потери массы тела сроком в пределах 6 месяцев, наличие признаков системного воспалительного ответа, анорексии, метаболических изменений. Значит, та категория пациентов, которые находятся в состоянии прекахексии, они в интенсивной внутривенной терапии не нуждаются, как сказал мой коллега, им достаточно энтерального питания в виде сиппинга. Значит, пациенты с рефрактерной кахексией, это пациенты уже в тяжелом состоянии, которым назначение интенсивного лечения возможно, но в поддерживающем режиме, но вернуть их в состояние стабилизировать, чтобы они могли продолжать противоопухолевую терапию или специализированное лечение, уже невозможно. Поэтому основной категории пациентов, которым проводится вот такая интенсивная терапия, причем по нашему опыту мы проводим ее в условиях дневного стационара на дому, это пациенты в состоянии кахексии с сочетанием, значит, синдромов, таких как дисфагия и диспепсия, наиболее востребованная группа. Значит, последствия основные кахексии – это, соответственно, ухудшение переносимости противоопухолевого лечения, прогрессивное ухудшение функционального статуса, вытекающее в прекращение противоопухолевой терапии, уменьшение ответа на лечение и снижение выживаемости. По статистике, каждый четвертый из 20 онкобольных погибает от синдрома кахексии и анорексии. Ну, с учетом, что это вот статистика официальная, по опыту, наверное, процент таких пациентов существенно больше. Значит, в патогенезе синдрома кахексии и анорексии следует отметить два основных момента, по которым проводится лечение. Это состояние гиперкатаболизма в составе белково-энергетической недостаточности, накопления кетоновых тел, анорексии, нарушение кислотно-основного состояния, то есть метаболический ацидоз, и системный воспалительный ответ. Основными маркерами лабораторными и клиническими это уровень С-реактивного белка, фибриногена, симптомы интоксикации, слабость, распад скелетной мускулатуры, анорексия. Оценка кахексии, еще раз повторюсь, с практической точки зрения, наиболее информативно, это потеря массы тела больше 5% за последние 6 месяцев. Причем хочу отметить, что привычной догмой является снижение массы, индекса массы тела как оценка кахексии. Скажу, что это не так. Если пациент похудел на 50 килограмм, имея массу тела исходно 160 и начал весить 110, он тоже находится в состоянии тяжелой кахексии и требует интенсивного лечения. Наиболее часто встречаются данный синдром в сочетании с синдромами диспепсии и дисфагии у пациентов с опухолями головы и шеи, легкого и органов желудочно-кишечного тракта. Итак, состояние, требующее назначения внутривенной симптоматической терапии. Синдром тяжелой кахексии.
Наиболее частые причины – это опухолевый стеноз, трахеопищеводный свищ, мукозиты на фоне химиолучевой терапии. Тяжелая диспепсия, мукозит на фоне химиолучевой терапии, последствия перенесенного оперативного лечения на органах желудочно-кишечного тракта. Собственно, кахексия, как с анорексией, бывает и такое, или без нее, даже с индексом массы тела больше 18. Значит, и синдром малабсорбции с исходом в элементарную кахексию и снижением индекса массы тела ниже 18 после перенесенного оперативного лечения, даже в условиях полной ремиссии основного заболевания. Основные компоненты поддерживающей терапии, касающиеся купирования воспалительного ответа и снятия интоксикации, это глюкозоэлектролитные растворы в сочетании с гастрогепатопротекторами, антиеметики, системные глюкокортикостероиды, нестероидные противовоспалительные средства, противогрибковые и антибактериальные препараты. Значит, в контексте компенсации гиперметаболизма и формирующейся белковой энергетической недостаточности применяются препараты парентерального питания в виде готовых трехкомпонентных средств. Значит, в рамках дневного стационара используются препараты с низкой смолярностью, позволяя проводить лечение на дому в периферическую вену, а при наличии порт-системы использовать препараты парентерального питания с минимальной смолярностью для применения в центральную вену. Значит, по опыту данный подход обеспечивает хорошую переносимость и оптимизацию длительности инфузии, значит, в пределах 5 часов, что достаточно хорошо переносится пациентам в амбулаторных условиях, в том числе на дому, без потери терапевтического эффекта. Значит, длительность и объем терапии. Длительность и объем терапии зависят от персистирования и выраженности одного или комплекса вышеуказанных тягостных симптомов и метаболических расстройств функционального статуса, то есть фактически может ли перенести пациент такое лечение, и ожидаемой продолжительности жизни. Значит, что касается последнего пункта, то такая терапия, как правило, пациентам с ожидаемой продолжительностью жизни менее 3 месяцев не показана. Значит, возможные режимы вот такой комплексной терапии состоят из лечебного, то есть фактически это интенсивная терапия на дому, и поддерживающего. Как правило, лечебный режим состоит из курса в 5-7 дней. Проводится он либо перед, либо после цикла химиолучевой терапии. Значит, в зависимости от достигнутого эффекта можно проводить поддерживающий курс в составе 5-7 инфузий в пределах 10-14 дней. Это нормативные документы, касающиеся моментов организации деятельности дневного стационара на дому. По нашему опыту, за прошедший год порядка 420 человек получили такую терапию по поводу синдрома кахексии анорексии в условиях клиники Центра паллиативной медицины ДЭВИТА. Хочу представить вашему вниманию два наиболее показательных клинических случая. Случай номер один. Пациент 72 лет обратился в июне этого года в клинику ДЭВИТА. Диагноз рак пищевода. В апреле по гастроскопии выявлена циркулярная опухоль в среднегрудном отделе пищевода с остаточным просветом 6 мм на протяжении 6 см. На фоне неоадъювантной полиохимиотерапии, по указанной на слайдах схеме, развились состояния прогрессирующей общей слабости, анорексии, невозможности прогладывания жидкости и пищи, прогрессивное похудание до 20 кг за последние 6 месяцев. В лабораторных данных отмечалось снижение гемоглобина до 88 грамм на литр, в остальном без особенностей. В течение последних 14 дней пациент отмечал прогрессивное нарастание дисфагии до 4-й степени.
не может принимать пищу в течение последних 7 дней. Обратились с целью стабилизации состояния. Значит, по объективным осмотрам, состояние средней тяжести, пациент в целом гемодинамически стабилен. Значит, что касается представления пациента, тяжесть состояния в данном случае обусловлена токсическими эффектами пройденной лекарственной терапии, длительным периодом прогрессирующей некоррегированной дисфагии с переходом в четвертую степень, проявлениями синдрома кахексии, анорексии, анемии средней тяжести. С учетом тяжелой дисфагии пациент направлен для прохождения обследования с целью установки стента в пищевод. В рамках поддерживающей терапии пациенту проведен курс комплексной внутривенной терапии с компонентами парентерального питания в составе 5 инфузий до установки стента и 5 после установки стента. Достигнута стабилизация общего состояния. В последующем пациент назначено высококалорийное энтеральное питание, продолжена внутривенная терапия с компонентами парентерального питания в поддерживающем режиме. Через день в объеме 7 инфузий. По окончании терапии достигнут достаточный ответ в рамках компенсации кахексии и анорексии, нормализации лабораторных показателей. Пациент прошел контрольное обследование, продолжил противоопухолевую лекарственную терапию. Клинический случай номер 2. Пациент 74 года обратился в клинику Девита в июне этого года. Диагноз – рак желудка. Пациент дважды оперирован по поводу данного диагноза. Значит, перенес повторную комбинированную сложную хирургическую операцию. Значит, по данным анамнеза, пациент по поводу прогрессирования с сентября 2020 года получал метрономную химиотерапию капицитабином в дозировке 3000 мг в сутки до апреля сего года. Значит, при контрольном обследовании выявлено прогрессирование. В последующем лечащим врачом пациенту по поводу прогрессирования заболевания была увеличена дозировка капицитабина до 4000 мг в сутки с мая этого года. В результате у пациента возникли осложнения в виде синдрома кахексии, анорексии, кожной токсичности, тяжелый мукозит, на этом фоне диспепсия, грибковый стоматит, тяжелая дисфагия, фибрильная лихорадка, нейтропения. При осмотре пациент проявлял жалобы на прогрессирующую общую слабость, похудание на 8 кг за последние 2 недели, невозможность приема пищи из-за болей во рту, из-за сильного жжения, фибрильную лихорадку, диарею до 10 раз в сутки, икоту, отслоение эпидермиса на ладонях и стопах, головокружение, боли в животе. Он прошел вот этот 11-й цикл с 10 по 24 мая, а с 23 мая начал отмечать прогрессивное ухудшение общего состояния, нарастание слабости, появление персистирования диареи до 10 раз в сутки. И невозможность приема пищи из-за резких болей во рту и по ходу пищевода. С 25 мая по 29 мая он прошел стационарное лечение, обследование в Елизаветинской больнице, поступил с подозрением на непроходимость кишечника. Обследование данных за непроходимость не выявлено, выписан без улучшения. Консультирован участковым терапевтом на дому. Рекомендован прием лапирамида, парацетамола, цифрана, СТ, энтерола. На фоне приема указанных медикаментов отмечено купирование лихорадки, частичный регресс диареи, болей в животе, без значимых изменений общего состояния и симптомов дисфагии. При объективном осмотре пациента состояние оценено как тяжелое. При росте 170 см, масса тела 37 кг, индекс массы тела 15,5. Кахексия, гемодинамическая нестабильность, сатурация 91, давление 70 на 50, пульс 98. Представление о пациенте. Тяжесть состояния в данном случае обусловлена токсическими эффектами
Метрономной химиотерапии капицитабином ведущими синдромами являются анорексия, кахексия, мукозит с тяжелыми диспепсией, дисфагией, гемодинамическая нестабильность, обезвоживание. Значит, на дому, повторюсь, начата внутривенная поддерживающая терапия с компонентами парентерального питания в течение 7 дней. Получена отчетливая положительная динамика общего состояния. Купирование симптомов мукозита и диспепсии, нормализация температуры и лабораторных показателей. Продолжена после этого внутривенная терапия в поддерживающем режиме в объеме 7 инфузий через день с компонентами парентерального питания. В итоге, в течение одного месяца на фоне нормализации аппетита, добавления высококалорийного энтерального питания, пациент набрал 10 кг веса, вернулся к прежней физической активности, то есть стал выходить на улицу, водить машину. Направлен для консультирования к лечащему онкологу с целью продолжения лекарственной терапии основного заболевания. В итоге, что можно сказать, что комплексная внутривенная терапия с компонентами парентерального питания с практической точки зрения в условиях стационара на дому позволяет уверенно стабилизировать состояние пациентов с кахексией в сочетании с тяжелой дисфагией и, или диспепсией в короткие сроки, то есть в пределах 10-14 дней в условиях стационара на дому, возобновить проведение специализированного лечения, улучшить прогноз продолжительности качества жизни. Спасибо за внимание.